Нашу область сегодня посетила делегация Бельгийско-Люксембургской торговой палаты. На встрече с новгородским бизнес-сообществом и губернатором Андреем Никитиным обсуждались перспективы сотрудничества. Сотрудничество между нашими регионами началось осенью прошлого года с подписания совместного меморандума на 3-м международном бизнес-форуме в Москве. Стороны договорились регулярно обмениваться информацией о достижениях в области технологий и экспортных возможностях. В рамках нынешнего визита европейские бизнесмены познакомились с потенциальными партнерами из Новгородской области. Активно сотрудничаем с странами Европы. И, конечно, нам бы хотелось, чтобы и члены Бельгийско-Люксембургской палаты посмотрели на наш регион, может быть, нашли для себя какие-то интересные точки приложения усилий, точки совместного партнерства с нашими новгородскими предприятиями. Глава региона рассказал гостям о том, что Новгородская область специализируется на химической и радиоэлектронной промышленности, деревообработке и сельском хозяйстве. Кроме того, мы выбраны пилотным регионом для внедрения проектов НТИ по цифровой экономике. Все это может стать отличной платформой для реализации совместных проектов.